Как известно, уважаемые болельщики, 22 и 24 февраля Акбарс начинает домашнюю серию плей-офф. Телекомпания ТНВ планирует провести прямые трансляции, конечно же, домашних матчей из Татнефть-арены. И будут у нас запланированы очень интересные новшества. Мы постараемся организовывать наши трансляции в полном объеме, включаться за 10-15 минут до начала матча, показывать антураж, показывать все то, что интересное вокруг матча творится. Конечно же, перерывы будут тоже нашими, и в перерывах мы вместе с нашими экспертами будем обсуждать поединки, будем обсуждать, как развивается игра, какие были ошибки, какие перспективы в сегодняшнем матче. Ну и, соответственно, нужно сказать о том, что в конце поединка, в конце наших трансляций мы обязательно будем подводить итоги, рассматривать голы, интересные моменты. В общем, жить хоккеем и болеть за Акбарса. Ждем вас у экранов телевизоров на ТНВ. Не забывайте о наших прямых трансляциях. Впереди самое интересное, впереди плей-офф.